В минувшие выходные в социальных сетях разгорелся нешуточный спор, в центре которого оказался ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин. Сюжет, где была представлена критика деятельности ряда патриотических артистов, посчитали личной точкой зрения Норкина. После чего, например, военкор Дмитрий Стешин заявил, что телеведущий прошелся катком по музыкантам. В частности, упоминался депутат Госдумы певец Денис Майданов, он исполнил песню с упоминанием ракет «Сармат», и теперь артиста стали обвинять чуть ли не в оправдании идей ядерной войны. Кроме того, в сюжете «Место встречи» была критика в адрес Олега Газманова. На этом моменте и остановился Андрей Норкин, подчеркнув отдельно, что Денис Майданов сегодня будет в эфире программы, то есть все спорные моменты можно будет обсудить лично. Что до Олега Газманова, через третьи руки Норкину передали, что певец был расстроен интерпретацией эфира. Телеведущий заверил, что ничего плохого редакторы не имели в виду. Команда «Место встречи» формирует информационное пространство для дискуссии, но ни в коем случае не обвиняет артистов-патриотов. Более того, к Газманову лично Андрей Норкин относится с большим уважением. И ни в коем случае не умаляет патриотические чувства артиста, его любовь к России. Именно поэтому телеведущий решил извиниться. Норкин подчеркнул, что просит прощения не столько за сам сюжет, сколько за неверную интерпретацию, ведь она привела к тому, что люди, которых ценит Андрей Норкин, расстроились.